Всем привет, ребят! Опять очередные посылочки из Китая. Одна побольше оказалась, и вторая поменьше, чтобы писа чехол, сумка, где-то к телефону. Я не знаю, но если не ошибаюсь, должна быть Кубота фирмы. Сейчас увидим, что это любимые китайцы, и кто его знает, что они впаковали. Нет, это оказалось к телефону 4S 4 Pro, какую я успешно угробил кинжалом. Видите, все поаккуратней. Открывайте упаковочку, и что, в принципе, чтобы спасти свой телефон. Блин, что же оно так тяжело открывается? Сейчас, одну секунду. Есть. Открыл чехла, что первый раз их покупал. Ого. Что первое впечатление, ну что смотрится изумительно. Вообще, что качество, силикон идет, и что эти чехлы в первый раз я покупал. И в принципе, пока все нравится, что смотрится, что действительно, что оказались, что классно, что видите, специально, что дырочки идут для инфракрасного и микрофона у нас. Здесь для 3.5 джека, здесь все чисто идет. Здесь специально для USB и микрофонов. И кнопки включения и громкости. Но в принципе, по качеству силикон идет, что классно, действительно, в чехол, что оказался супер. Их покупки я рекомендую, что действительно... Вдруг кому-то интересно будет, ссылочка внизу в описании будет идти. Это пока оставляем в сторонку. Что видите, думал, что один чехол, оказался другой. Но здесь уже упаковочка у нас покруче. Что пишется, что Feel Steel Film. Должны стекла быть Chem3 Mini, что пишется Chem3 Mini. По крайней мере, но упаковка такая здоровенная, что не знаю, что там будет все вместе. Раз еще видите, в китайцы все-таки не подкупились и запаковали по полной. Еще первый раз такую сильную упаковку вижу. Смотрите, ребят. Раз, опа. Два. Еще покупал я их кучу, но такая упаковка, ну конечно, это только китайцы додуматься до такого могли. И смотрите, ребят, одна упаковочка идет и вторая их, все это все, ну, для упаковки же, в принципе, использовать их в перспективе я смогу. И вскрываем, что у нас внутри будет. Открываем сюда. Есть, что я покупал, это стекла идут типа к телефонам, к Xiaomi, к Meizu и ко всем остальным. Если честно, я не помню все полностью. Что, в принципе, вы увидите, что, смотрите, оказалось, это к золоту, что писа в 3 нот. Видите, что есть. Кстати, что плотненькая и красиво смотрится. Так, это оказалось в третьему ноту тоже. Я думаю, здесь уже их показывать особо не стоит. Это в белом цвете, это в белом к ноту, это тоже в белом, это снова в белом к ноту, это в черном, чтобы вы увидели просто, что как оно смотрится вживую, что в принципе все красиво и аккуратно. Это снова в черном к ноту и снова, ага, это есть эти Chem3 Mini. Вот, чтобы вы увидели, что в принципе, у меня такой телефон, что просто попробую приложить его, и как смотреться будет все вместе. Ребят, смотрите, что в принципе все классно будет, я так думаю, если аккуратненько приклеить его. Ну, конечно же, кнопочка оказалась чуть-чуть халтура у нас. Так, я включу освещение. Раз, кнопочка чуть-чуть оказалась из халтурно. Но в принципе все терпимо за такую стоимость, что я их покупал, и что в принципе все устраивает, и примахаться тут и хотелось бы к чему-то, но особо и нет. И идем дальше. Какие у нас еще есть, приходили, просто самому, если честно, интересно их увидеть,
что это я купил. Опять же таки, оказался с третьему ноту. Это снова к М3 мини идет. Еще черненький один. Я так понял, я свою упаковку взял. И белые есть. Опять белый цвет, думаю, что вдруг кому-то интересно будет, и смотрится так. Из комплектации есть и наклеечка, и салфетки, что в принципе все good. Так, это сюда закрываем, идем дальше. Это, знаете, вот не написали, но если не ошибаюсь, это должно быть Xiaomi в 3s 3 Pro. Я так думаю, кто знает, что в белый цвет, что в принципе все смотрится красиво и аккуратно, ничего лишнего нету. Если не написали, то значит так должно. 3, 4, что в белом должно быть, 4 в золоте должно быть и 4 в черненьких. Что видите, что все правильно. Раз, два, нет, оказалось в золоте, оказалось их две, и черненьких 4 штучки. И просто, чтобы вы увидели, ребят, смотрите, вживую как они смотрятся, что толщина. Я не знаю, или вы увидите, но все, в принципе, терпимо сделано. И по качеству, и комплектация, все класс. Мне все нравится. Вот и все, ребят. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, пока.